Меня зовут Поздырка Шимон, я из Кишинева и являюсь служителем одной из наших многочисленных кишинево-мессианских общин. А к вопросу, который ты задал, то есть у меня есть глубокое личное отношение. Когда-то в прошлом я работал, еще до моего уверования, я работал в организациях, связанных с Алией. И еще тогда я увидел, что очень интересно люди ведут себя после приезда. То есть не все так просто и радужно, как показывали это рекламы. Разного рода рекламы, разных организаций. И порой эти истории были очень-очень трагичные, достаточно близкие для меня людей. Я задумался о том, каким делом я занимаюсь. Но это было в то время. На данный момент мое мнение относительно Алии, верующих в Мессию, наших братьев, евреев, я бы описал следующим образом. Алия – процесс, описанный в Танахе, но, на мой взгляд, есть несколько важных условий. Я верю в то, что верующий человек, независимо от национальности, он должен быть направляем Всевышним. Для меня это ключевой момент. И если в сердце такого человека, любящего Бога, Отец стучится и зовет его сейчас выполнить эти пророчества и стать частью великого восстановления Израиля, он должен это делать. Я был свидетелем алии верующих людей с другим мотивом, ну, поправить жизнь, ну, просто так написано. И без вот этого живого дыхания Отца в этом решении. Я предупреждал их о том, что, скорее всего, их мотивы неправильны. Мне рассказывали очень много о том, почему это надо сделать. Вся Библия говорит, она пестрит этими местами из Писания. Но ситуация заключается в том, что по прошествии лет эти люди связывались со мной и говорили, то, о чем ты нас предупреждал, то, что ты говорил, действительно оказалось правдой. Это был очень тяжелый и неправильный шаг. Все, что ты предупреждал, с нами как бы произошло. Поэтому я думаю, что ключевым вопросом в Алие верующих является водительство Божие, а не просто умственное решение или же еще что хуже, на мой взгляд, попытка решить свои жизненные проблемы, убежать от тех проблем, которые имеют место в диаспоре. Ну, в общем, вкратце вот так. Что бы ты пожелал верующим евреям в Галуте, в России? Что бы я пожелал? Служить Творцу всем сердцем, там, где есть они сейчас, на данный момент. Я верю в то, что мы как народ призваны для служения Всевышнему. Это наша главная и основная задача, где бы мы ни находились. Когда Отец позовет домой, мы пойдем домой. Это, в частности, также касается меня. То есть я приеду сюда тогда, когда я буду знать внутри своего сердца, что для этого наступило время. Спасибо.